Всем привет! Сегодняшний крупный план посвящен Judas Priest, а конкретно 50-летию данной банды. Британский heavy metal, легенда, икона. Названий очень-очень много, и они свои 50 лет решили отметить с большим размахом. COVID 2019 года внес коррективы, поэтому ребятам пришлось ограничиться вот такими двумя ультракрутыми изданиями. Издание номер один – это лимитированный бокс, тираж 3000 экземпляров. Издание номер два – это книга с фотографиями Priest-ов, начиная от самого начала, ну и до текущих дней. Тираж 500 экземпляров. Зрители спросят, а где книга, а где бокс? Вы не поверите, где больше – то книга, где меньше, это бокс. Judas Priest, 50 хэви-металлических лет. Здоровый слипкейс. Внутри не менее громадная книга. 12 дюймов. А размер называется кофе тейбл или кофейный столик. Почти 700 страниц. 3D обложка и офигенно тяжелое издание. Вот он, 3D лентикуляр. Дизайн данной книги – это Дэвид Сильвер, совместно с Рос Халфин, Джейн Эндрюс. Обложка – Марк Вилкинсон. Текст – Марка Блейка. Вообще, над данным изданием работала куча легендарных людей. Рос Халфин – это один из самых именитых метал-фотографов, а Марк Вилкинсон – именитый британский художник, работавший с Priest-ами и с Iron Maiden. Более 600 страниц практически фотографий. Текста очень-очень мало. По принципу радуйтесь и наслаждайтесь. На страницах, выделенном красным, немного есть информации, эмоций от действующего состава Judas Priest. Это Роб Халфорд, это Ян Хилл, это Скотт Трэвис, это Ричи Фолкнер и это Гленн Типтон. Фотографии есть как черно-белые, так и цветные, как более яркие, так и менее яркие. Дело в том, что не весь период снимал Рос Халфин. Вот это довольно-таки удачный разворот большой фотографии. И момент, от которого фанат будет пищать от восторга, это подлинные автографы действующего состава. 500 копий, номер 387. Отдельная бумажка. Чисто теоретически бумажку можно отклеить, распечатать большущую фотографию, поместить снизу, радоваться жизни. А можно оставить здесь. Фотографий просто гигантское количество. Ну и мы видим промо-постеры, афиши, фотографии банды. Буквально пару слов и опять фотографии. Листать, не перелистать. Скажу честно, я листал порядка часа, и рука устала. А если листать подробно, вдумчиво, наверное, это несколько часов займет. Фотографии черно-белые, цветные
И я бы сказал, чем дальше мы листаем, тем более радужнее становятся фотографии. Ну, если вы понимаете, о чем я. Издание топовое. И когда у нас идет фотография, одна фотография на одну страницу, это просто великолепно. Но дизайнеру я бы оторвал руки за фотографии, которые идут на две страницы. Пример, страница 94. Вот видите, 85-я еще норм, хотя она тоже большая. А на 94-й, где Халфорд? Да фиг его знает, куда-то съежился. Очень-очень круто. И в данном случае уделено внимание всем музыкантам, в том числе и тех, кто сейчас есть в других проектах. Я имею в виду Кей-Кей Даунинга, Риппера, ныне покойных ребят. Сами понимаете, команда существует с 1969 года. Встречаются разные дрязги и перипетии. Качество фотографий великолепнейшее. Качество полиграфии великолепное. И книгу листать максимально приятно. Как видим, тому же самому вокалисту Рипперу посвящено несколько страниц с 446 по 458. До этого получить издание с автографами можно было, заказав на Pledge Music альбом Firepower, ну и получить его со всеми автографами. Этот момент также запечатлен в книжке. Открываем страницу 608-609. Вот на 609 странице мы видим, как Роб Халфорд подписывает пластинку. Ну а соответственно здесь Роб сидит уже с пластинкой, подписанной всеми музыкантами. Книга шикарная. И если бы не косяки с разворотами, то претензий к ней бы не было. Удручает тяжелый вес и то, что она безумно толстая. Очень тяжело и непрактично. Я бы сделал две книжки вместо одной. Бокс Judas Priest, 50 хэви металлических лет. Логотип Priest-ов, где указаны практически все альбомы, за исключением эпохи Риппера. У критиков они не очень любимые, насколько я понимаю, у банды, наверное, тоже. Потому что тот момент был моментом экспериментаторства,
Но мне заходит и раннее творчество, и позднее творчество у Пристов. Открываем. Вот она, извинялка от Пристов. Ребят, мы бы рады отметить 50 лет вместе, но извините, ковид, поэтому ловите этот бокс как компенсацию. Ну, естественно, ни разу не бесплатно. Лимитка выполнена на British Steel. Номер 247 с 33 тысяч. Книжка 500 экземпляров, здесь 3000 экземпляров. Бокс картонный. Внутри мы имеем два постера, программку 80-го года, карточки с автографами, книжку и диски. Итак, постеры настолько здоровые, что, как видите, они заняли весь стол, и мне пришлось убрать и бокс, и книгу. Постеры с чистой совестью можно вешать на стенку и слушать с удовольствием Judas Priest. Life in Germany и Screaming for Vengeance. Далее, что имеем мы? Это промо 80-го года. Присты, кожа. Официальная мировая программа 80-го года. Тур. Халфорд. Глен Типтон. А вот это удачный момент, удачный разворот. Кей-кей Доунинг. Ян Хилл. И Дэйв Холланд. Видите, насколько большими выглядят постеры, даже сложные, во много-много раз. Отдельный конверт, выполненный в черном цвете. Фото с подлинными автографами команды. Роб Халфорд, Иэн Хилл, Скотт Трэвис, Ричи Фолкнер и Глен Типтон. Естественно, многие бы предпочли, чтобы здесь еще были фотографии того же самого Тима Рипера Оуэнса и Кей-Кей Доунинга, но, наверное, менеджмент решил по-другому. Естественно, такие фотографии можно разместить на стенку и радоваться жизни. Ну что же, здесь тоже имеем книжку Judas Priest 50 металлических лет. И скажу вам честно, что данная книжка по содержанию мне нравится больше, чем книжка от Руфуса. Та больше, та толще, но там меньше текста. Видите, как Judas Priest, 50 металлических лет, логотип Пристов. Все сделано таким красивым цветом. Вот за этот момент я бы тоже дизайнеру по жопе надавал. Вы посмотрите, что они сделали. Берем знак Пристов. Маленький и детализированный. Обложки. Все замечательно, все классно. Да, нету альбомов с рипером, но это на совести у менеджмента. И смотрим здесь.
Что мы видим? Они взяли картинку. Не векторную. Маленькую. И, по сути, натянули сову на глобус. Что мы имеем? Видите, как British Steel читается? Вот здесь, здесь, здесь. Но это просто-напросто зашкварно, ребят. Хочу сказать, в данной книге это единственный косяк. Ну и в данном случае незначительный. Здесь содержимое указано по годам. И если в книге Rufus Books были главы, то здесь альбомы. И опять же указано Reaper ES. Соответственно, на Reaper уделили разворот страницы 90-92. То есть в данном случае не стали выделять эпохи Рипера какое-то должное внимание, а просто написали Reaper ES. Естественно, самый большой разворот, больше всего страниц, приходится на Painkiller. Один из самых крутых, один из самых сильных альбомов у Judas Priest. Мой любимый. Я бы сказал, любимейший. Как видим, текста гораздо больше. Текст присутствует фактически на каждой странице. И он органично совмещен с фотографиями. Как видим, издание Sad Wings of Destiny. Цветной винил. Повторюсь, не все фотографии принадлежат перу Халфина, поэтому там, где плохо, нечетко, это не он, это другие. Читай, радуйся, слушай Judas Priest. Сделано просто шикарнейшим образом. К полиграфии и качеству фотографий претензий ноль. Больше кожи, больше шипов, больше клепок. Ну и кепка, напоминающая голубую устрицу. Как видим, в этой книге эпохи Рипера посвящен буквально один разворот. И это все. Стыд и позор. Вот, смотрите. Special Thanks. Видите, какой список фотографов? Ну, естественно, Рос Халфин – это number one. Сорок два диска поместились в коробке в четыре стопки. Специально имеются отверстие для пальцев, для того, чтобы можно было поддеть и вытащить то, что нам нужно. Вот мы видим, как эта вся красота на 42 дисках размещается на столе. Тоже фактически занимает полный стол. Ну еще бы, 42 диска,
куча номерных альбомов, куча концертников. Плюсом ко всему, обратите внимание, видите, концерт в Хьюстоне 86 года, ранее не был издан. Концерт в Мат Клабе 79 года, ранее не издавался. В данном случае Judas Priest решили поступить очень хитро, и они издали концертники, которые ранее до этого не издавались, и тем самым привлечь коллекционеров со всего мира, кто является убер-комплетистом. Хочешь поиметь все версии Priest'ов, бери этот бокс. Но вот за это, опять же, я бы дизайнерам или ребятам, которые работают над боксом, просто-напросто оторвал бы руки. Смотрите. Мой любимый Painkiller. Все замечательно, все классно. Ты ожидаешь, что поимеешь много чего. А что ты имеешь? Ты имеешь просто обычный, блин, конверт. Ни текстов, ни фотографий, ни хрена. Свинство абсолютнейшее. Еще один момент. Написано. Remastered from the original audio by Alex Wharton at Abbey Road Studios, London. То есть, что мы видим? Что вот это все, это, блин, ремастеринг. Нету оригинального звучания нигде. Ну, может быть, разве что за исключением Firepower, Redeemer of Soul, Нострадамуса. Хотя я в данном случае не уверен, потому что я послушал буквально альбома 4 в данном случае. И скажу вам честно, качеством звучания я, мягко говоря, не удовлетворен. Опять же, что такое Original Audio? Это оригинальные мастер-тейпы или взяли винил и сделали оцифровку винила? Да хрен его знает. В данном случае это ни разу не указано. Смотрим то, что является двойными дисками. Например, Нострадамус. Та же самая шляпа. Буклетов нет. Кстати, Нострадамус тоже ремастеринг. Жирнейший минус этого издания. Итак, вы посмотрели шикарнейший бокс и не менее шикарнейшую книгу. Издания топовые, издания дорогие. В данном случае, как некоторые товарищи говорят, ну что же, купит только Rich Bitch. На самом деле, одно издание вместе с доставкой эта книга, это порядка 1040 обойдется вам бокс, в зависимости от того, как вы будете приобретать. Если вы заказываете с Великобритании, то бокс вообще вам может выйти порядка 70 тысяч. То есть, сами представляете, ценник на стольник. Но что я вам хочу сказать? Скупой платит дважды, а медлительный платит трижды. Издания маленькие, лимитированные. Для такого уровня легенды 3000 экземпляров для бокса и 500 экземпляров для книги. Но это абсолютно смешно. Поэтому тройной прайс, когда состояние sold out, он наступает при непременнейше. Если сейчас зайти на Discogs, то мы увидим, что данное издание спокойно уже продается
не за 400 фунтов, как оно изначально стоило, а за те же самые 1200 фунтов. Ну, удивляться нечему. Это металлические боги. Группа Judas Priest. Что же выбрать? Взять Uber книгу или взять Uber Box? Решать вам самим. Что взять, так сказать, в робовладение. А что для меня, то книга является более идеальным вариантом. Несмотря на косяки с разворотами, это эксклюзив. Просто тонны фотографий, которые можно смотреть и пересматривать. У бокса к несомненному преимуществу являются фотографии команды. Как видите, они, во-первых, не самые большие. Ну, фанатам всегда нужно больше, лучше. Качество бумаги тоже хотелось бы лучше, потверже. Книжка классная, а постеры супер классные, а издание на CD и конвертах, ребят, ну это стыд и позор. Ни буклетов, ничего, да еще и ремастеринг. Абсолютнейшее свинство. Я вам скажу, что взять тот же самый Nuclear Blast, они, когда переиздали Blind Guardian, все это сделали на двухдисковых дигипаках. Один диск оригинальное звучание, второй диск ремастеринг. В данном случае черти че и сбоку бантик. Но понятно, фанат сожрет все. Ну а если фанату это продать под дорогими упаковками, то он тоже это просто-напросто с удовольствием заберет. Если отбросить какие-то эмоции, издание хочется взять и одно, и другое. Я пока в настоящий момент ни одним из изданий не обладаю. Книжка и бокс были предоставлены мне для обзора Александру Смирновым, за что ему большущее спасибо. Прикоснулся к топовым лимитированным вещам, потрогал подлинные автографы, полистал книги, счастлив до безобразия. Ну а вам что хочу сказать? Слушайте Judas Priest, имейте их в том состоянии, в котором хотите, книги, винилы, компакт-диски, боксы, лимитированные издания. Присты этого достойны. Это металлические боги, которые пришли к нам с Великобритании и которых мы любим и ценим. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Галиуллин Александр. Слушайте музыку на качественных носителях. Всем пока!